Вы хотели доказательств? Письменное свидетельство о том, то, что это ваши пальчики на мини? Хорошо, я вас отведу и покажу. Да. Вот на этом ноутбуке все написано. Давай читайте. Прочитали? Я могу еще остаться. Я не спешу никуда. Вопросы еще у вас есть? Больше нет. Все, вы согласны, да, с обвинением? Как бы сидела. Припаркуйте свой мотоцикл по правилам. А тут, так ты это, я испугался. Работаем, нападение на пост. На хвосту. Вы его припаркуйте, и мы поедем смотреть видеорегистратор. Разверните вот его в другую сторону, да? А не на встречной полосе. Пока... Да как это односторонняя залетела, ну ладно. Это не односторонняя. А теперь освободите место для пешеходов. Вы видите то, что здесь не может пройти человек по пешеходному переходу? Так тут его и нету. Ты посмотри, да, нету. Вот это что? Ну, вот здесь вот, а по краешку пешеход, они должны проходить. Да. Ну, ваш мотоцикл нет, мешает этому. Они, короче, это... Да нет, это не мотоцикл, это здание снести надо. Сейчас я, короче, C4 принесу. Или я не надо? Сейчас принесу. Я могу друга попросить. Перепарковывай мотоцикл. Сейчас да, в госпиталь поедешь лечиться, ё-моё, C4. О, красота-то какая. Все, человек проходит. Все, прошел, да? Все. Все, а присаживайтесь в моем автомобиле. А где компьютер? Там, да? Пойдемте зайдем. Смотри-ка, как у вас все обустроено. ПК. Не за этот компьютер, пойдемте. А сюда вы. Понятно. Ой, так у вас все много компьютеров, слушай. Это куда у нас только компьютеров хотелось не делается? Работаем. Ничего себе, я думал, вы это делами занимаетесь, там, кипец и дела там разруливаете, а вы тут. Вот, смотрите. В арму 3 на небось играть. О, ну-ка давай. Вот, видите, да? Как вы около рынка Ковалы выехали на встречную полосу. Фу, и превысили скорость по встречной полосе. При этом... Серьезно? При этом пересекая главную дорогу без остановки. Да-да-да, слушай, так и было. Все видео есть, все сколько трав. Всем лежать, это полиция.
Руки за голову. Ну чё, ребята, как вы докатились до такого? Ты меня, московская тварь! В участке поговорим. Да, отпусти нас. А сейчас вы имеете право хранить молчание, и всё, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Пошёл ты. Опа, нихуя. Слышь, офицер, ты чё, а? Ты мой бумер помял, блядь. Чё, пойдём, отойдём, поговорим? Теперь его можно в трубочку свернуть и курить, ёпта. Зачем тебе это корыто? Хуя себе корыто, блядь. Чё, пойдём, отойдём, поговорим, а? Пойдём, за гаражи на отвёртках, сука. Да? Идём. На, сука, на. Хопа, увернулся. Хопа, ещё раз увернулся. Ты сейчас у меня по беспределу пойдешь. Ты сейчас, блядь, у меня в больницу пойдешь. Она обучалится, понял. Вот, а ты тёлка играешь. Нахуй. Я у тебя первый, сучка, да? Ты мне хочешь пощечину дать за это? Да-да-да. Бумер мой ремонтируй, по яйцам, блядь. Сучка. Какой бумер? Ты сам в меня врезался. Нихуя себе, я по правой с полосе ехал, ты на встречку. Так говори уже сюда, я тебя слышу здесь, по идее. Чё, слышишь? Да. О, прием. Ты сам, блядь, на встречку приехал. Ты смотри, ты видишь, где моя машина? Нихуя себе, я по своей... Ну, моя по моей полосе ехала. Ты твоя по твоей полосе ехала. Так ты потому что въебался от меня и отлетел туда. У меня есть видеорегистратор. Я даже ничего не сломал. Сука, открой машину. Я даже ничего не сломал. Открой машину. Давай. Смотри. Сядь пассажиром. Смотри, смотрю. Пассажиром сядь. Сел. Видишь ноутбук? Вижу. Вот я загрузил тебе данные, блядь, с видеорегистратора. Нахуй. Видишь, как ты едешь, сука, по встрече. Что ты меня наёбываешь, там сайт экстрема, пидор. Как выезжаю я по своей полосе. И ты въёбываешься в меня, блядь. Там вон видно, как раз, что я по своей еду. Да нихуя ты, блядь, ты очки сними, я хуй знаю, они у тебя минус 50, по-моему. Да. Ты рыжая тёлка. Или там хуй знает, коричневая, как будто тебе кто-то, блядь, положил что-то на голову и просто размазал. Ладно. Ну чё сказать? Счастливо, братан. Теперь оружие вы должны носить в чехле. Почему оно у вас на виду? Ну, в зеленой зоне же надо носить в чехле. Не, я до этого он у меня в чехле был, просто на блокпосту вот эта ситуация была, я его достал, я поэтому не прятал, пока не в зеленой зоне. Берите его в чехол сейчас при мне, или я сочту то, что вы браконьеры и охотитесь на зайцев, которые занесены в красную книгу. Рамон там надо было, на кого-то, кого могу подобрать.